Меня зовут Майкл, и я возвращаюсь домой после долгого отсутствия. Мне не было 15 лет. Это моя дочь Элли. Она единственное, что осталось в моей жизни. И скоро прибудем домой. Это история о нас. Всем привет, друзья, с вами Спикер, и мы начинаем новую рубрику «Зомби-апокалипс». В первом сезоне мы поиграем за Элли, дочь Майкла, и посмотрим, друзья, понравится что-то подобное или нет. Всем приятного просмотра. Наш корабль разбился об скалы, будем подниматься наверх и попробуем найти отца. Мы практически наверху, осталось буквально чуток, и глоток свежего воздуха нам реально нужен. Глоток свежего воздуха — тот самый корабль, на котором мы плыли, но отца, к сожалению, пока что не вижу. И, походу, корабль больше не плывет. Хорошо, нужно осмотреться, найти место, где можно укрыться от бури и, конечно, обсушиться. Есть какой-то островок, на который можно перебраться и уже осмотреться дальше. Тот самый остров, о котором рассказывал мне отец. Ну что, будем уже спускаться ниже. Нужно найти место, где можно спуститься аккуратно. Я вижу, есть пристань. И нужно до нее как-то доплыть. Осталось еще буквально чуток, и уже практически на пристани. Как сильно жутко холодно, и промокли до самой нитки. Мы выбрались на берег, нужно найти место, где можно обогреться и переждать эту ужасную бурю. Надеюсь, с отцом все в порядке.
Как-то даже очень тихо. И нет никакого присутствия людей. Нужно найти еды и все-таки найти место, где можно переждать эту ужасную бурю. Тут у нас закрыто, и зайти мы не сможем. Хорошо, будем подниматься наверх. И нужно, конечно, осмотреться, где мы находимся и что нам дальше делать. Никакого транспорта, никаких людей, их даже не видно. Как-то даже очень странно. Кажется, вижу каких-то животных впереди. Какие миленькие лошадки. Можно даже, наверное, погладить. Хорошо, пойдем дальше, найдем место, где можно укрыться от бури. Как-то даже очень тихо. Как же жутко холодно, и кажется, вижу какая-то есть повадка, где можно укрыться.